Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Бабкин. Продолжаем проходить Shovel Knight. Итак, у нас какой-то лес, я не прочитал какой, ну ладно. Окей. Интересно, если лопатой вниз, на колючке? Как думаете? В следующий раз как-то попробую, сейчас не хочу этим заниматься. Так, там моб. Скорее всего, так нужно. Это было случайно. Вот так по-хитрому сделаем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Окей. А, ну тут, по идее, уже ничего не будет. Так, хорошо. Справились. Дальше. Ой, что это такое? Я не знаю, я пытался ударить. По идее, их вообще нельзя бить. Не знаю. Попытаемся все-таки пройти этот уровень. Надо учитывать то, что когда вы бьете некоторых мобов, вы сами как бы отбрасываетесь. Ну, это немножко непонятно, но ладно. Значит, так задумано. Вот, смотрите. Видите? То есть я его ударил и тут же сам улетел в яму. Да ёпт. Есть. Хоть так. Давайте возьмем все равно, в принципе, полная шкала. Я даже их бить не буду. Мне они совсем не нравятся.
Отлично. Прошли. Но я не знаю, есть ли смысл возвращаться. Я думаю, нет, потом. Итак, можем сюда. Это у нас... Окей. Какой-то рыцарь чумы или чумной рыцарь. Короче, давайте сюда. Блин, так и знал, что какая-то херня. Блин, это забавно, реально. Так, а вот наша чума первая. Мне показалось, она как будто взорвалась или что-то в этом роде. Нет? Да. Хорошо. Да ёп. Чё-то мне это совсем не нравится. Крысы сами появляются или чё? Пошла вон, мразь. Блин. Не знаю почему, но мне почему-то этот уровень напоминает Марио. Супер Марио. Давайте сюда. По идее, это секрет. Немножко хитро поступили, но... В принципе, по идее, так и нужно делать. На самом деле я хотел, то есть когда падал, нажал вверх и X, чтобы он как бы,
стал бессмертным, но он почему-то этого не сделал. Странно. Ага, то есть вот так, поняли? Ну, это совсем не прикольно. Сделали так, чтобы я назад, да, не смог? Блин, ну... Ну это, я думаю, реально просто. Нужно в самый последний момент прыгнуть. Блин, там же ж косарь лежит. Примерно, или сколько. Что это за Пикачу? Хера себе Пикачу дурной. Блядский стик. Я опять нажал, чтобы... Сейчас я играю не на крестовины, а на стике. И то есть я нажал опять вверх, чтобы он стал, блин, бессмертным, и нихера не получилось. Так, тут, по идее, ничего. Ага. Окей, идем дальше. Не знаю, может быть, на крестовине лучше играть. Thank you.
Окей, как-то так. Допрыгнул. О. И почему я, блин, не оттолкнулся? Есть. Так, небольшой секрет. Ого, что ты делаешь. Я думаю, что они будут появляться и появляться. Ну-ка, что ты мне дашь? Ну, не знаю. Давайте. Любопытно, реально. То есть она, по идее, всех сбивает, да? Что еще за хрень? Так, а сколько оно? 8, да? Давайте попробуем. Как-то так. Блин, когда первый раз играешь на уровне, то... Твою мать. Окей. Ну да, отлично. Ни хера не знаешь? Сложновато это как-то. Не, ну, в принципе, нормально, но... Как думаете, если я от него достану или нет? Но мне что-то кажется, что надо вернуться, на птичку запрыгнуть и наверх. Что
Что-то как-то птичка слишком высоко. Ага, дальше не могу. Тоже похожий чудик был в Марио. Помните такие там жабы или кто они? Черепахи, которые бросались такими не то что бумерангами, но в общем такими колючками. Так, тут явно нужна монетка. Можно всего лишь по одной монетке. Самое главное, это не босс. Я уже подумал, что это босс, но нет. Типа что-то дракона в прошлых локациях. Окей. Ай, зараза. Я думал, можно вернуться, а там как раз тоже чекпоинт, и можно было бы его разрушить. Ну, в принципе, можно этот разрушить, не знаю. Недалеко же все-таки откатило. Какой же ты мудак? Блин, ну как так? Я бью его, короче, и... И сам еще отлетаю. Гребаный Пикачу. Вот это действительно интересно. Там есть стенка, можно разбить, это я более чем уверен, но... Когда Пикачу летает через стенки, это меня совсем не радует. Реально фартануло. Что это за призрак?
Кстати, там у лестницы как раз мог быть крутой тайник какой-то. Потому что там очень сложное место. Вот этого я не делал, он сам как-то... Вот на стике, конечно, неудобно играть, но я не знаю. На крестовине мне как-то еще неудобнее играть. Интересно. То есть можно было бы наверх. Окей. Чума, просто реально чума. Фух. По идее, все. Босс. Необычно, да? Короче, покажи себя, бла-бла-бла. Выходи. Ой! Окей, он не сложный. Кстати, вот эти такие зелененькие кружочки хаоса, по идее, можно купить за 2500. Ну, если я правильно понял. Пять тысяч голды не особо-то и много, потому что один раз умер и потом не забрал эти мешочки. Никого мы не ловим. Окей. Так, у нас какой-то новый чувачок. Давайте посмотрим, что это. Иди сюда, иди сюда. Ха-ха-ха.
Конечно, один минус, когда враг прикасается к вам, он в любом случае коцает вас. Это не прикольно, но что поделать. Все-таки 8 бит и old school. Прикольный, кстати, у него был этот щит. Интересно, может быть. Я тоже потом нахабачу себе такую штуку. Отличненько. Так. Давайте посмотрим, что тут. Подождите. Еще раз. No. Пока я не хочу косарь ей отдавать. Хочу посмотреть, что тут еще есть. Но это, по идее, какой-то гон будет. То есть, если купить... По идее, мы просто посмеемся, то есть нам какую-то шмотку дадут смешную. Я не уверен, конечно, но что-то мне так кажется. Так, что у нас тут? Вот как раз разная броня. Интересно. Самое дорогое это вот это. По идее, удар по земле какой-то. А это, по идее, типа задержать какую-то атаку, и потом как бы сильная получится. То есть зажимаем, держим, и потом отпускаем, и лупим нормальный дэмэдж. А ты что? Не знаю, типа, вот, флэш и акробатик, useless, без понятия. Пока ничего не буду покупать. Туда не пройти. А, вот он еще. Окей, ну можно вернуться к Барду. Он еще голды подкинет. Я думаю, мы на этом закончим серию. Продолжим следующий проходить. Спасибо за просмотр. С вами был Бабкин. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, покупайте игры через
ссылочку в описании. Пишите свои комментарии и не забывайте ставить пальцы вверх. Всего вам хорошего, до новых встреч, пока-пока.